Как ваше утро сегодня началось? Отлично, отлично. Я рада, я очень рада. Я рада, что у вас все хорошее настроение. Если вдруг это не так, то давайте поднимем его вместе. Ну что ж, друзья, пришло время нашей традиционной встречи. Все прекрасно знают. Вторая неделя каталога, четверг, и мы с вами вместе встречаемся, вместе проводим наш бизнес-завтрак, вместе делимся новостями, какими-то фишками, какими-то наработками. И вместе, скажем так, проводим просто это утро. И я очень рада сегодня быть вместе с вами. Кто вдруг меня не знает, меня зовут Абрикина Ольга. Я региональный менеджер по продажам Арифлейм Украина. И сегодня это утро проведу с вами я. Еще у нас сегодня также с нами вместе будут две мои тезки. У нас сегодня такое тройной удар Олями. Я надеюсь, что это будет на удачу, на счастье и так дальше. Поэтому, друзья, будем начинать сейчас все вместе. Пожалуйста, еще раз напишите в свои чаты, подтягивайте команду. У нас сегодня будут классные спикеры, классная информация, поэтому обязательно должны все присутствовать. Ну что ж, друзья, итак, у нас сейчас с вами уже 9-й каталог, он уже стартовал. У нас он интересный, он у нас в каком-то смысле такой исторический. Возможно, очень надеюсь, что он станет легендарным и так дальше, да. У нас новая концепция, у нас новые идеи, у нас новое начало. И, конечно же, хочется во все новое всегда заходить с хорошим настроением. Но прежде всего, конечно же, мы должны еще, знаете, что есть у нас такая традиция, обязательно отметить тех, кто в прошлом каталоге сделал что-то новое, скажем так, для себя непосредственно. Поэтому, друзья, давайте сейчас, согласно нашим традициям, поприветствуем наши новые звания. Да? Я думаю, вы поняли сразу, о чем, на что я намекала. Итак, друзья, у нас, конечно, 8-й каталог. Я думаю, что каждый из нас сейчас задумается. Давайте вспомним, какой он был. Он был немножко такой интересный тоже. Я тоже считаю, что он такой вошел в историю, как один из крайних каталогов, когда у нас было все, как мы привыкли, а сейчас мы на пороге всего нового, да. Но, тем не менее, у нас есть новые звания, и мы должны с вами классненько их сейчас поприветствовать, да помогите мне, пожалуйста, в этом. И первым я хочу отметить, это нового директора по программе Double Speed, это Анна Кушнир из города Драгобыч. Мои аплодисменты Анне, я прошу вас отметить это все непосредственно в чате, огонечками, как вам удобно, как вам хочется. Классный результат, уверена, что еще буквально немножко, каких-то пару месяцев, и мы Аню еще раз поздравим здесь же, на бизнес-завтраке, и еще где-то, да, с новым званием, и она обязательно с нами поделится своими результатами. Поэтому наш пламенный привет летит сейчас в город Драгобыч. И еще один, такой же пламенный, такой же со всей любовью, со всем позитивом мы передаем Харьковскую область Виктории Куплевацкой, которая также закрыла уже полностью звание директора. Классный результат, тем более хочу отметить сразу девчонок, поздравить с тем, что действительно классный результат, действительно в такой интересный период так классно постараться, большие молодцы. Поэтому, девчонки, мы вас поздравляем, ждем встречи на этих же слайдах, таких же встречах, но уже с более высокими уровнями, верим, что действительно так и будет. Ну и, конечно же, друзья, немаловажным фактором, я считаю, является то, что нам нужно еще кое-что отметить. Для меня это, если честно, такой один из важных моментов, которые мы всегда говорим о том, что у нас есть высокого качества продукт, у нас есть широчайшее портфолио, и наши новые звания, и все наши выгоды, которые мы можем иметь непосредственно с нашей компанией, да, они все-таки подвязаны на продукт. И очень важно аккумулировать все свое внимание непосредственно на тот продукт, который нам больше всего приносит результаты. Да? Я думаю, что вы тоже сейчас понимаете, о чем я говорю. Я сейчас говорю о наших таких самых крутых и флагманских линейках. Это Wellness и Innovation. И сейчас я хочу с вами поделиться рейтингами по итогам прошлого каталога, каталога номер 8, на которых отмечено лучшие результаты как в областях, так и непосредственно в директорских структурах. Итак, друзья, прошу обратить внимание, наилучшие топ-10 лучших областей непосредственно в рамках
представление о продукции New Age, и также топ-10 лидеров, которые классно, качественно, круто умеют работать с этим продуктом и видят определенный результат в этом и фокусируются именно на нем. Поэтому давайте их поприветствуем, как области атаки каждого лидера по отдельности. Это классный результат, это круто, и это то, к чему, я считаю, нужно стремиться непосредственно, потому что работать с таким продуктом – это прям очень круто, если честно. Ну и, конечно же, говоря о Novage, не можем не сказать ту же информацию непосредственно о наших продуктах Wellness. И точно так же, друзья, вашему вниманию топ-10 лидеров и топ-10 областей, в которых наибольшим образом, наилучшим образом представлена категория Wellness. Также мои аплодисменты вам, друзья, это классный, крутейший результат. Что значит эти рейтинги, друзья мои? Оля Воробьев пишет, что ее сердце принадлежит всем вам, друзья, и это действительно так, и наше в том числе. Это значит, что эти люди больший фокус ставят непосредственно на продукт Wellness, на работу с продуктом Wellness, а значит, что они делают не только классный бизнес, но еще и делают людей вокруг красивыми, здоровыми, ухоженными и классными. И тут грех не сказать о том, что, говоря уже о Wellness, да, и говоря о том, какие возможности у нас есть, и что это фокусный продукт, что у нас есть потрясающего качества продукт, да, здесь важно понимать еще я бы назвала это, не могу сказать, как бы плюшками, да, это такое вот слово такое забавное, но те проекты, которые у нас сейчас существуют в поддержку непосредственно как наших лидеров, так и наших клиентов. Ну и, конечно же, для этого у нас сегодня с вами есть специально приглашенный гость. Я думаю, что не знаю, отдельных каких-то там объяснять, кто она такая, не нужно дополнительно. Но, друзья мои, я хочу поприветствовать, чтобы мы с вами сейчас вместе поприветствовали в чате нашу прекрасную Ольгу Воробьеву. Олечка, подключайся. И она сейчас нам расскажет очень классные нововведения, классные проекты, которые нас ждут, которые уже идут непосредственно. И расскажет вам о них немножко подробнее. Олечка? Оля, привет! Всем доброе утро, друзья! Сегодня тема, на самом деле, неизменна. Тема та, которая больше всего на слуху. Так что всем привет-привет! Заряжаемся энергией. Ну и, конечно же, говорим о тех проектах, которые позволяют нам попадать в рейтинги, позволяют нам получать лучшие результаты, позволяют нам чувствовать себя здоровыми, красивыми, быть таковыми. Ну и, конечно же, еще и дополнительно развивать бизнес в этом направлении, в направлении Novage и Wellness. Сегодня говорим непосредственно о Wellness. Хочу сказать, что на самом деле это очень такая нетрадиционная ниша для бизнеса, отчего еще более привлекательная, потому что мы предлагаем нечто неординарное. И предлагаем мы это с проектом Wellness Support. Немножко такой апдейт информации о проекте. Вы знаете, что сейчас в самом разгаре набор участников в проект Wellness Support. У нас вторая неделя каталога, у нас более 100 участников, которые уже присоединились. И вот сейчас мне подсказывают, специально запросила самую-самую свежую информацию о том, какое же последнее, да, потому что 100 участников это состоянием на вчера, да. Сегодня утром это 122 участника, которые уже зарегистрировались в проект Wellness Support. И я хочу сказать, ребята, что это проект, который имеет две цели. Первая цель – поддержать вас как партнера в период VIP-концепции и дать еще один дополнительный инструмент для работы с нашим продуктом, а конкретно с наборами Wellness Life Plus. Вторая цель – это влюбить в продукт тех участников, которые присоединятся, и объяснить им важность использования этих продуктов не только в рамках одного шага, а в рамках в целом подписки, то есть показать преимущества на следующих шагах, показать важность и необходимость набора в жизни каждого человека. Поэтому Wellness Support – это
Программа поддержки на 21 день, которая повторится 4 раза для всех участников, которые при этом оформят первый шаг набора Wellness Life Plus, именно первый шаг. Неважно, вы VIP-клиент или вы партнер компании, но главное, что при оформлении именно первого шага набора Wellness Life Plus вы можете присоединиться к этому проекту. Проект будет проходить 4 раза. Соответственно, все участники, которые в 9-м каталоге приобретут первый шаг набора Wellness Life Plus, станут участниками проекта в 10-м. А те, кто в 10-м каталоге приобретут первый шаг набора Wellness Life Plus, станут участниками проекта в 11-м каталоге и так далее. Да? То есть последний набор у нас будет происходить в 12-м каталоге, и все те участники, которые в 12-м каталоге будут иметь первый шаг набора Wellness Life Plus, могут зарегистрироваться также в проект Wellness Support, да? Соответственно, в 13-м каталоге. Почему так происходит? Потому что нам необходимо понимать, кто эти люди, да, которые пожелали приобрести набор и стать участником, и, соответственно, мы набираем группу и со следующего каталога вместе с ними стартуем. Так что первое, группа у нас стартует 12 июля, это 10-й каталог, и для того, чтобы присоединиться к участию, необходимо приобрести набор Wellness Life Plus, а потом заполнить Google форму. В Google форме всего 3 поля. Как вас зовут, ваш номер телефона, очень важно, который привязан к Телеграму, да, на котором есть привязка именно к Телеграму. Почему? Потому что весь проект будет происходить в закрытой группе Telegram. Поэтому очень важно указывать именно этот номер телефона, а также указать номер аккаунта. Номер аккаунта – это ваш регистрационный номер, если вы партнер, если вы VIP-клиент, это, собственно говоря, номер вашей корзины, номер вашего аккаунта, как человека, который присоединился к компании. И также важно понимать, что мы прекращаем набор за 2 дня до завершения каталога. Да, то есть, например, набор в первую группу мы завершим 8 июня. Почему? Потому что мы понимаем, что нам нужно будет также перепроверить всех участников, убедиться, что у всех есть наборы Wellness Life Plus, потом всем сделать рассылку, всех добавить в программу чат-бот, который индивидуально будет отправлять сообщения и уведомления каждому участнику. Поэтому на это нам нужно несколько дней. Для этого мы будем прекращать набор за 2 дня до завершения каталога. И вот те, кто в последние 2 дня будут приобретать наборы Wellness Life Plus первого шага, они смогут поучаствовать уже в следующем наборе, в следующего проекта. И да, 8 июля, да, здесь опечатка на слайде, верно, Юлия подметила. О чем будет проект? Проект будет на самом деле 360 нашего самочувствия, это и физическая активность, это и ментальное здоровье, и, конечно же, это рациональное питание. То есть здесь мы будем давать такую всеохватывающую информацию исключительно в баннерном формате, исключительно в картинках, исключительно в гифках, исключительно в коротких видео, то есть чтобы она легко воспринималась, никаких больших текстов, никаких длинных эфиров или вебинаров. То есть вся информация в чате, вся информация дозирована и такая, знаете, та, которую вы можете вот в любой момент под рукой открыли и прочитали, да, как белок влияет на кожу. Или, например, как кофе влияет на содержание воды в организме и так далее, и так далее. То есть мы сейчас вместе с Александром Кущом, с нашим официальным диетологом, разрабатываем просто тонну материалов относительно всей этой информации, которую мы хотим поделиться. То есть у нас каждый день это будет какое-то интересное какое-то наполнение в сфере либо физической активности, либо рационального питания, либо ментального здоровья. То есть и обязательно мы хотим дать всем нашим участникам меню, при этом привязка к этим меню рецептов, как приготовить, обязательно лист закупок под это меню, чтобы вы приходили в магазин, у вас был лист с перечнем продуктов, которые вам необходимо приобрести. Также мы дадим такой так называемый лист замены продуктов. То есть это когда вы не хотите питаться по данному меню, вы не хотите питаться делать закупки по этому листу закупок, но вы
хотите понимать, как продукты сочетаются между собой, и мы дадим таблицу продуктов, которые сочетаются между собой. Также мы дадим таблицу продуктов замен, да, то есть какие продукты, каких продуктов лучше избегать и какими продуктами их можно заменить. То есть все это для вас с точки зрения ментального здоровья, для того, чтобы мы чувствовали себя всегда наилучшим образом, с прекрасным настроением, уверенными в себе, в гармонии с собой. Мы будем все время делать подборки разных классных фильмов, статей в журналах, книг, музыки. Все для того, чтобы вы могли сделать себе такой релакс каждый день вместе с нашими подборками. Ну и, конечно, физическая активность. Это обязательно тренировки, это обязательно 10 тысяч шагов, которые также будут рекомендованы, и мы будем просить вас делиться этой информацией с нами. Казалось бы, на первый взгляд, ничего сложного, да, и ничего супер феноменального, но феномен всех проектов в том, что когда ты присоединяешься в определенное сообщество, ты это делаешь. Вот, да, в чем фишка всех проектов, потому что мы можем владеть огромным количеством информации, но просто не делать ничего из нее. А вот когда мы все-таки все собираемся вместе в одном сообществе, то тогда у нас есть вот это желание, все делают, и я тоже буду делать. Также, вот видите, мы готовим для вас вот такие чек-листы выполнения 10 здоровых привычек на месяц. То есть в каждом кружочке каждый день нужно будет отмечать каждую здоровую привычку. Это уже так, я немножко сливаю вам информацию, чтобы вам было интереснее заглянуть в закулисье и посмотреть, что мы там для вас нарабатываем. В проект, вот здесь есть вопрос от Екатерины, кто может зайти в проект? В проект могут зайти все те участники, которые в каталоге номер 9 оформили набор Wellness Life Plus первого шага. И тогда они начинают участвовать в проекте в 10-м каталоге. Если они оформили набор Wellness Life Plus в 10-м каталоге, то начинают участвовать в проекте в 11-м каталоге и так далее. Абсолютно все, кто оформит первый шаг набора Wellness Life Plus. Как мы будем, обязательно нужно запомнить форму и внести туда свои данные. В чем фишка проекта, да, для чего мы его делаем? У нас есть многие люди, которые уже пользуются наборами Wellness Life Plus и уже делают подписку. И мы хотим расширить число этих людей. Мы хотим показать другим участникам, почему действительно классно пользоваться набором Wellness Life Plus. Потому что если человек уже на подписке второго, третьего, там, пятого или десятого шага, то он уже это знает, он уже это понимает. А вот тот, кто новый, он еще не понимает, зачем мне нужна эта подписка, это раз, и уж тем более, зачем мне продолжать делать другие шаги подписки. Именно для того, чтобы привить эту любовь, показать философию питания Wellness, мы создаем этот проект. Ну и, конечно же, обязательно поддержку VIP-концепции. Проект будет поддерживаться через три инфоканала. Это Telegram-канал, точнее, Telegram-чат, в котором все мы будем переписываться. И это будет групповое такое у нас сообщество. Также чат-бота, который будет индивидуально каждому участнику напоминать о том, что выпей свою воду, не забудь пройти 10 тысяч шагов, не забудь выпить свой коктейль, не забудь выпить свой саше Wellness Pack и так далее. Кроме этого, мы также привязываемся к Instagram-страничкам всех участников. Все конкурсы, которые будут проходить в проекте, а их будет 7, соответственно, каждые 3 дня какой-то конкурс. В этих конкурсах мы будем разыгрывать другие продукты из линейки Wellness, которые не входят в набор Wellness Life Plus, для того, чтобы, во-первых, рассказать об этих продуктах, во-вторых, дать возможность победителям протестировать их, и, в-третьих, через странички всех участников рассказать, что есть такой проект, есть такой продукт, и присоединяйтесь в следующем каталоге через компанию Oriflame, через ваших партнеров-брендов. И следующий момент. Все участники, которые... у нас здесь есть такая принципиальная позиция, да, которая не была в предыдущих подобных проектах. Мы не будем требовать обязательного выполнения условий. То есть человек в течение 21 дня хочет, может выполнять, хочет, может не выполнять. Мы не будем его удалять из чата, он будет продолжать участие, но дипломы о том, что вы приняли участие в этом проекте, получат только те, кто в течение 21 дня будут каждый день выполнять все задания. То есть, ну, здесь вопрос
такой, вы знаете, осознанности самостоятельной. Если я хочу, то я буду это делать. Ну, либо же я могу просто посмотреть, как это делают другие. Возможно, в следующем каталоге я уже, зная эту всю информацию, тоже начну это делать по отношению к себе. Поэтому что нужно сейчас? Заказать набор Wellness Life Plus первого шага и присоединиться к участию. Вот такая вот, друзья, информация. Я вижу, что есть некоторые комментарии. После своей презентации каждому отвечу. И следующий проект, о котором я хочу с вами сегодня поговорить, это уже региональный проект. Проект, который проходит во всем СНГ, во всех странах СНГ. И это челлендж, который называется «Живи Wellness». Что такое этот челлендж? Это ряд событий вместе с продуктами категории Wellness, для которого мы подготовили огромный, обширный пакет материалов, да, то есть не нужно самостоятельно ломать голову над тем, а что это должно быть за событие, о чем оно должно быть, все есть, да, то есть придуманы все гайдлайны, как провести мероприятие, о чем это мероприятие, чем его наполнить, какой его сценарий, как говорить о продукте, как соблюдать правила безопасности во время пандемии, какие рекомендации с точки зрения стандартов и качества можно рассказать участникам этого события, то есть все это есть на нашем топ-линке, который привязан к региональной странице Wellness СНГ. Это страничка, которая у нас есть в Инстаграме. Вы сейчас видите ссылку на нее. Я также обязательно выложу вот эту всю информацию сегодня в нашем чате Wellness Innovation Прокачка, чтобы еще раз повторить все вот эти вот моменты, чтобы вы могли еще раз увидеть, где зарегистрироваться, в каком проекте, где посмотреть, какие материалы. Итак, какие события могут быть? Абсолютно разные, да, то есть это события, которые будут проходить на протяжении всего лета. Представьте себе, от начала июня и до завершения сезона в августе мы каждые две недели даем идею о том или ином мероприятии, которое вы можете провести вместе с продуктами Wellness. И вот сейчас у нас уже завершился первый конкурс, который у нас проходил с 14 по 27 июня, и стартовал, соответственно, второй конкурс. Да, второй конкурс, который у нас будет длиться по 11 июля. И здесь у нас тема «Живи Wellness вместе с семьей и друзьями дома и на природе». Поэтому тоже готовы все гайдлайны, возможность посмотреть сценарий и все-все прочее. Давайте с вами посмотрим, что нам предлагают под каждое мероприятие. Во-первых, предлагают детальные идеи того, а что делать на этом мероприятии. То ли спортивную разминку, то ли какую-то игру, то ли там какие-то мини-упражнения, если это в офисе, то ли какие-то идеи рецептов, то ли призы по разным активностям, то ли какие-то мини-челленджи, то есть масса идей, что это может быть. Второе, что дает нам это, этот проект. Это сценарий события, то есть как подготовить, как рассказать об этом событии, какая интеграция продукта может быть в это событие и так далее. И третье, что дает нам этот челлендж, это возможность регистрировать данное событие и участвовать в конкурсе, внося минимальную информацию о вашем событии, то есть как оно называлось, где проходило, когда проходило, сколько человек принимало участие и кратко, что там, я не знаю, что у вас получилось по итогам этого события. Заказали наборы, купили wellness pack, заказали коктейли, на постоянной основе приняли решение, что будем в офисе проводить там по четвергам коктейли, день с нашими wellness-коктейлями и так далее. И таким образом вы регистрируете свое событие и, соответственно, выкладываете его в Инстаграме, добавляете туда хэштег «Живи Wellness» украинскую мову и отмечаете региональную страницу «Oriflame Wellness Sis». Честно, это самый вот вообще легкий вариант, как можно заработать подарок. То есть любая ваша активность с продуктом, встретились с подружкой где-то в парке и пили коктейль, сфоткайте это и выложите в Инстаграм, зарегистрируйте это событие. Сидели с коллегами в офисе, вы принесли там суп, например, и всех угостили, сфоткайте это тоже ваше событие. Были на бьюти-центре, зашли какие-то друзья, знакомые, клиенты,
выпейте с ними коктейль, угостите их, или разрежьте батончик, дайте продегустировать, сфотографируйте, и это тоже ваше событие с wellness. То есть любую возможность используйте для того, чтобы зарегистрировать событие. У нас уже, кстати, есть победители первого конкурса, которые получают призы в виде чемоданов. Это Диана Мейсер и Ирина Сидорук. Диана, Ирина, я вас поздравляю за ваши мероприятия, ваши события, которыми вы положили, поделились и выложили их в чате. Если вы есть сегодня на встрече, пожалуйста, поставьте в чате плюсик, поставьте сердечко, чтобы мы вместе вас поприветствовали. Ну и я хочу сказать, что, друзья, впереди еще масса конкурсов и реально крутых подарков. Потому что следующий конкурс, который идет именно сейчас, это уже следующий подарок. Это два эпилятора Равента, которые вы можете заработать. Просто банально сделав вот такое мини-событие, рассказав, что там на нем происходило, что заказали у вас люди, и выложив эти фотографии. И третий конкурс, это снова у нас будет чемодан, потому что чемодан — это, ну, самый главный атрибут лета, когда мы везде путешествуем, везде ездим. Четвертый конкурс — это весы, весы Тефаль, которые вы сможете использовать дома. Ну и, конечно же, пятый конкурс — это снова эпиляторы. И завершающий шестой конкурс — это опять чемодан. Соответственно, крутые подарки, крутая возможность легко их заполучить, поучаствовав в данном конкурсе. И самое крутое, что нас ждет также финал. Финал среди, вот в каждом конкурсе мы выбираем два человека, которые выложили свои фотографии. А потом, то есть у нас суммарно два человека в каждом из шести конкурсов, то есть 2 умножить на 6, 12 финалистов, между которыми разыграется уже следующий подарок, это фен и это весы Тефаль. То есть, друзья, на самом деле классные призы и абсолютно супер легкая возможность поучаствовать в этом конкурсе. Вот, собственно, такая информация и, конечно же, призыв действовать уже сейчас, создавать свое событие. Возможно, вы уже сейчас вместе с командой смотрите наш эфир, вместе с кем-то пьете рядышком коктейль. И вот это тот кейс, когда нужно сфотографировать это, выложить в Инстаграм, сделать хэштег «Живи Wellness», отметить страницу СИЗ и зарегистрировать ваше событие. Возможно, именно вы выиграете эпилятор, который я показывала на слайде. Поэтому участвуйте, будьте активными. Ну и моя рекомендация – каждый день планка 2 минуты. Это такой легкий старт перед участием в проекте Wellness Support. Вот такая информация от меня сегодня. Олечка, я готова передавать тебе слово обратно. Все скажем Оле спасибо. Как всегда полезно, как всегда информативно, как всегда с классными новостями, как всегда с классным настроением. Спасибо тебе большое. Друзья, я также вас призываю участвовать во всех этих проектах. Не просто потому, что за это что-то можно получить, просто потому, что на самом деле эти проекты нам помогают с вами быть активнее, быть не только активнее в каком-то физическом плане, да, но и активнее в социальных сетях, больше говорить о нашем продукте, больше учиться говорить о нашем продукте, давать больше коммуникации, и это на самом деле очень клево. И в продолжение нашей темы, если говорить про больше, лучше и так дальше, как я уже говорила ранее, мы сейчас с вами стоим на таком вот, я бы сказала, уже переступили порог новой эры, да, как мы говорим, нового периода, чего-то нового в нашей жизни. Все, что в жизни происходит, все всегда к лучшему, да. И уже сегодня мы можем сделать какие-то, подвести какую-то черту и понять какие-то результаты, которые у нас сегодня есть. И, например, на сегодняшний день, друзья мои, у нас уже, если говорить о новой концепции, о новых наших партнерах, скажем, мы можем назвать их так, у наших клиентов, у нас на сегодняшний день, с учетом вчерашних суток, уже 815 VIP-клиентов. С чем я вас и поздравляю, и хочу сказать, что те же проекты, о которых сейчас говорила Оля, они точно так же нам помогут привлекать новых VIP-клиентов в нашу компанию, говорить о нашем продукте и быть полезными непосредственно для людей, и вместе с этим строить наш бизнес. Поэтому, друзья мои, надеюсь, эти 815 VIP-клиентов, большинство из них ваши. Если это так, дайте знать, я вас с этим поздравлю.
очень крутой результат, очень хорошо стартанули. И на самом деле вот в этом, об этом я бы хотела еще немножко с вами поговорить детальнее, да, потому что как бы то ни было, как бы мы ни готовились, как бы мы ни планировали какие-то действия, да, мы по ходу дела сталкиваемся с какими-то вопросами, где-то просто на чем-то спотыкаемся, на чем-то понимаем, что так оно или не так нужно делать. И сегодня, как вы знаете, у нас есть еще один классный спикер, еще одна Оля, которая уже показала хороший результат. Она у нас входит в рейтинг лучших, назовем там, VIP-рекрутеров Украины, да, и у нее уже есть классные результаты в ее команде вместе с ее девчонками и ее личные тоже. Поэтому сейчас, друзья мои, я вас попрошу классно, качественно, хорошо поприветствовать нашего следующего спикера, и это Оля Люльчик, директор Oriflame Украина. И, Олечка, включайся, пожалуйста, Оля сейчас с нами поделится классной информацией, своими наработками, фишками. Поэтому, не знаю, берем блокнотик, ручки, телефоны, записываем и слушаем во все уши. Олечка? Привет всем, на пощечьему начути. Щоб я знала, наскільки добре мене чути. Супер. Тоді трішечки розповім, що взагалі відбувалося в нас в команді. Скажу чесно, я цієї концепції чекала. Мені так хотілося, щоб щось подібне з'явилося взагалі в Oriflame. І ми до цього готувалися. Заздалегідь, знаєте, наперед розраховували, що таке буде. Ми з командою давно, так, можна сказати, з дня реєстрації я рахувала, що бізнес і продукт – це є одне ціле, і впроваджувала це одразу в онлайн-роботу. У мене не було ніколи окремо бізнес-сторінок, у мене ніколи не було окремо сторінок з продукту, у мене все було інтегроване, і я йшла ізначально до цього. Те саме ми впроваджували в команді. Іншими словами, команда працювала відразу на впровадження VIP-системи, незалежно від того, чи була вона чи ні. Як стосовно самої VIP-концепції, в нас нічого не змінилося. Тобто ми як працювали, так і продовжили працювати. Лише в нас змінився, можливо, трішечки акцент. Зараз робимо більше комунікації. Комунікації не тільки з командою, комунікації з нашими підписниками, з нашим теплим колом, взагалі з людьми, які нас оточують. Ми не боїмося говорити про продукт, тому що ми ізначально про нього говорили. Продукт класний, про нього просто неможливо мовчати. І коли людина реєструється в команду, ми відразу її навчаємо любити продукт. Я, звичайно, буду говорити зараз про VIP-концепцію, але сам момент роботи, який в нас взагалі відбувався, це впровадження життя разом з продуктом. І те, що в нас відбувається зараз, це швидше комунікація, яку ми просто продовжуємо робити. Проаналізувавши повністю все коло, так, людей, які є в нас в команді, ми зробили такий висновок, що як краще працювати взагалі з VIP-ами, так, як краще зробити так, щоб в нас було більше таких от VIP-реєстрацій. Звичайно, з їх звідки можна взяти? Так? Це тепле коло, це вайбер-спільноти, це Інстаграм, Фейсбук і залучення різних таких інструментів, як таргет, гіви, таргет на продукт і реклама блогерів. Зрозуміло, що найпростіше відразу починати з теплого кола. Ну, ми, відповідно, так цікаво, якось так камера навпаки, і я ніяк не можу звикнути. Поправляю волосся, воно не в ту сторону. Словом, ми спочатку аналізували тепле коло. Звичайно, це найпростіше. Тепле коло – це найближчі люди, які поруч з вами, які знають вас. І просто необхідно вести соціальні мережі разом з цими людьми. Тобто вони мають бачити вас, вони мають бачити, що ви користуєтесь продуктом. І, відповідно, починаєте з себе. Для того, щоб працювати з теплим колом, потрібно починати з себе, в першу чергу. Якщо ви не користуєтесь цим продуктом, ви про нього не зможете нічого говорити. Ну і, відповідно, починаємо, значить, з себе.
який продукт найбільше любите ви? От напишіть, будь ласка, в чаті зараз, який продукт просто от з вами асоціюється, який найперший продукт, про який можуть сказати ваші друзі, знайомі, от ви з ним асоціюєтесь. Пішли вже на вейдж, велнес, супер. Сама справа в тому, що людина, яка з вашого оточення, вона в першу чергу буде користуватися тим продуктом, який користуєтесь ви, який ви рекламуєте сочно і говорите про нього сочно. Супер, супер, класно, дівчата, дуже класно, що ви відразу сходу знаєте про продукт, який ви з вами асоціюється. В мене точно так само найулюбленіший продукт – це Навейдж і Wellness. Так? Тобто я цими продуктами користуюсь постійно, я про них постійно пишу, говорю про проблемну шкіру, говорю про це. Тобто людина, яка до мене в першу чергу пише, вона пише: «Оля, чим же ж ти користуєшся, чим же ж ти звела свою таку проблемну шкіру до цього результату, який в тебе є?» Відповідно, скажу, як до цього ми дійшли. Дуже класно нам допоміг взагалі в команді проєкт «Орі Оглядач». В свій час, коли я була в першому потоці «Орі Оглядача», це був такий колосальний для мене досвід, і я побачила, наскільки команда вміє підтримувати тебе. На той час входила, якби новинка була така рожева туш, так? І відповідно ми почали її використовувати всі масово в команді. Ми про неї почали писати масово. Це був просто якийсь бум. Я впевнена, що тоді ми просто взірвали рейтинги в продажу цієї туші. Так, це був своєрідний такий флешмоб. Ми просто запустили, при тому, що в нас у всіх бізнес-сторінки були. Це були сторінки, які... Так, Tremendous. І це були бізнес-сторінки, які почали гудіти про цю рожеву туш. Да, вона підірвала інтернет, ми почали ставити всі, незалежно, чи ми учасники оріоглядача, чи не учасники оріоглядача, ми всі ставили один хештег і з ним писали відгук про цю туш. Кожен користувач, кожна людина, яка до нас реєструвалася, в її замовленні була ця туш, тому що ми про неї говорили. Незалежно від того, чи людина прийшла на бізнес, чи людина прийшла на користування, вони всі замовляли цю туш, тому що вона була новинкою, два каталоги поспіль, ми її просто настільки шикарно рекламували, що вона просто була в топах. Тому вирішили, а чому б ні, чому б не продовжити в такому ж самому дусі. Тепле коло почало замовляти в нас більше, коли ми почали рекламувати продукт в Інстаграмі. Ми ведемо сторінки в Вайбері, тобто в кожного нашого взагалі партнера є своя сторіночка в Вайбері, ми їх розвиваємо. Ну і відповідно, саме найлегше працювати з теплим колом – це через Вайбер-спільноти. Тепле коло – це просто ідеальний варіант для того, щоб починати роботу, як реєструвати VIP-клієнтів, так, ваших VIP-клієнтів. Ми їх переводимо в VIP-и для того, щоб вони отримали більше вигоди. Я відразу для своїх VIP-клієнтів говорю про 15% кешбеку і розказую, які вигоди їх взагалі чекають. Вони всі знаходяться точно так само в Інстаграмі в мене, вони реагують на мої пости. Вони точно так само знаходяться в моїй вайбер-спільноті, яка налічує всього-навсього зараз 101 людину. Да? Можливо, сьогодні більше, 101 людину вчора налічувало. При тому, що це абсолютно тепле коло, багато людей немає, але в той же час люди захотіли реєструватися до мене як VIP-клієнти, тому що їм це вигідно. Вигідніше, ніж просто в мене замовляти і чекати, поки я доставлю їм продукт. Я розповідала, що дуже класно, що можна... От в мене є клієнти, які взагалі живуть поза містом, і мені до них дістатися досить таки складно. Пробки і... В принципі, я так само прив'язана ж до роботи, теж хочу робити роботу, мені не цілий день потрібно їздитись, правильно? Я розповіла про те, що є можливість доставки кур'єром, від 400 гривень доставка безкоштовна, це зацікавило. Пізніше вже, після того, як я розповіла, що є така можливість, я розповіла про кешбек, розповіла про додаткові якби, плюсики, да, те, що ще додатково людина отримує
забали подаруночки, так, те, що це вигідно, те, що це економить, так, і кешбек цей покриває ще додаткову частину наступного замовлення. Людям вигідно. Вони питають, що ще можна замовити. Вже готують друге замовлення, кілька людей. Тобто це означає, що їм подобається і вони зацікавлені в цій пропозиції, яку я їм зробила. Зрозуміло, що як же ж так, як же ж взагалі наповнити ті вайбер-спільноти, що з ними робити, да, як людина буде дізнаватися. В мене в вайбер-спільноті обов'язково мої відгуки. Я відразу попереджаю людей про те, що в моїй вайбер-спільноті будуть реальні відгуки. Я закидати інформацію не буду, такими от простинями з інформації не закидаю. Я попереджаю, що... не буде постійно світитися цей вайбер, але буде лише актуальна інформація. Люди в мене з чату не виходять. Тобто всі люди, які доєднуються, вони не виходять. Я розповідаю від себе, розповідаю про продукт, яким сама користуюсь. Зрозуміло, що wellness я більше качаю в Інстаграмі. І це простіше, тому що там більше охоплення. Так, більше людей будуть дізнаватися про велнес. Плюс до всього, чому качаю велнес в Інстаграмі, тому що помімо теплого кола в Інстаграмі є мої партнери, які теж на мене підписали своїх же ж віпіків, так? І вони точно так само консультуються зі мною, я допомагаю. Таким чином віпів в нашій команді стає дедалі більше, і це просто неймовірно. Я щаслива, що я стаю корисна не тільки для себе, тобто не я заробляю не сама, а заробляють всі мої партнери, тому що вони мають, дехто має по 4 віпа, по 2 віпа, це вже дуже-дуже круто, при тому, що це дівчата відносно на невисоких рівнях. Дівчата, які, по суті, рекрутери, зараз переводять своє тепле коло в віп-партнери, віп-користувачі. Відповідно, ось так в мене виглядає моя вайбер-спільнота, так, отак рекламується продукт. І стосовно наповнення самої спільноти, так, поверну назад, ще не договорила, стосовно наповнення самої спільноти, де я беру людей, я рекламую спільноти, свою спільноту в інших рівноцінних спільнотах. Звичайно, скажу чесно, в деякій мірі, в деяких групах, з меркантильної точки зору, не через те, що я в них замовляю, а через те, що я рано чи пізно в них буду рекламувати свою спільноту. Таким чином я наповнюю її, наповнюю людьми. Не скажу, що в мене дуже багато людей переходить по посиланню, так, з кожної спільноти там по 2-3 людини. Але якщо цих спільнот багато, і ми робимо взаєморекламу, звичайно, що з тотою такою раз на тиждень хоча б, не частіше, тому що коли дуже багато реклами переходів різних в інші спільноти, це трішечки збиває, люди починають виходити, так? То, щоб такого не було, так? Відповідно, раз в тиждень я рекламую свою спільноту в рівноцінній спільноті. Це може бути така сама група, наприклад, по продукту, або група по одягу, або, можливо, різні там мамські групи. Прорекламували один в одного, люди попереходили, обмін аудиторією таким чином відбувається. Далі, стосовно Інстаграму. Якщо у вас розкручені Інстаграм-сторінки, теж досить зручно, тому що від 10 тисяч підписників ви вже зможете підкріпити посилання на свою вайбер-спільноту. Точно так само я прикріпляю. Скажу відверто, я це робила тільки один раз, нещодавно, буквально кілька днів, спробувала. В принципі, трішечки людей теж з Інстаграму перейшло. Ось. Далі, стосовно самого Інстаграму. Основний мій акцент завжди був на Інстаграм. І скажу відверто, я Інстаграм рекламую в себе в вайбер-спільноті. Тобто, якщо людина вдруг, вона перейшла до мене з іншої спільноти, так, що вона знала мене в лице і могла на мене підписатися також в Інстаграмі. Також рекламую відгуки з Інстаграму. В Інстаграмі в мене сторіночка виглядає абсолютно нормально, вона не продуктова, вона не бізнес-сторінка, вона звичайна сторінка. Проте вибираю тематику обов'язково таку, щоб на мене підписувалися. Дуже багато збережень сторінки. Це значить, сторінка заходить, вона є цікава. Це означає, що контент, який я викладаю, він є цікавим. Так? Через це, можливо,
Так, так, 10 тисяч, так, 10 тисяч підписників потрібно, щоб було, щоб підкріпити своє посилання. Якщо збережені є, відповідно, мою сторіночку будуть бачити частіше. Контент, звичайно, ви для себе обираєте самостійно, але порекомендую, так як ми маємо роботу в Інстаграмі таку, як, ну, тобто роботу зі сторінкою в Інстаграмі для збільшення власних віпів, потрібно пам'ятати, це є таргет на бізнес, гіви, таргет на продукт, реклама в блогерів. І для того, щоб ці всі моменти зайшли, і ви не даремно, наприклад, вкладалися в свою сторінку, потрібно, щоб ваша сторінка була цікавою. Я не рахую себе майстром в цій справі, так? Проте, хотілося би, щоб над контентом трішечки ви попрацювали. Робота над контентом – це вкладання душі. Моя взагалі сторіночка – це частина мене. Це не є щось окреме. І нещодавно навіть мій директор помітила, каже, ти через це сприймаєш свою сторінку. Якщо тобі щось написали про твою сторінку, ти сприймаєш це, як тобі написали про тебе. Ти суцільне зі своєю сторінкою. Так відбувається, да, дійсно. Є моменти стосовно роботи зі сторінкою. Ви маєте розуміти, що коли ви працюєте, поверну назад, вибачте, договорю, значить, коли ви працюєте з таргетом на бізнес або з таргетом на продукт, ваша сторінка розкручується трішечки повільніше, але вона розкручується більш якісніше. Коли ви працюєте з гівами, ви маєте враховувати один момент, ви можете забити свою сторінку. Це класний метод, теж дуже класно працює, тому що ви відразу маєте своїх клієнтів. Але з часом ваша сторіночка забивається. Я, в свою чергу, таку помилку зробила, ну і, відповідно, зараз надолужую результат і просто, ну, закриваю на дещо очі. Тому що хотілося спробувати те, що роблять всі. Так. Стосовно самої сторінки, так, ви бачите, для того, щоб зайшов продукт для вашого теплого кола або для ваших користувачів, і для того, щоб мати більше власних же швіпів, потрібно не соромитись писати про продукт, так? Потрібно його змішувати з власним контентом. Ви бачите, в мене немало про продукт. Відсотків 30 точно в мене лише про продукт. Я пишу про нього від себе. Лише тим, чим я користуюсь. Тобто пишу про те, про що я можу сказати з власних відчуттів. Так. Стосовно навіть ось кремчик, так? От я завжди з собою несу продукт, я нікуди не їду без продукту, тому що я не знаю, де в мене буде гарна локація, так? І я от, приміром, є в мене локація з маками, я просто їхала на озеро і побачила цю локацію, я її просто минути не могла. Через це я дуже шкодувала, що на той момент в мене був продукт, про який я вже писала. Бо мені потрібно було якраз новеньке щось. Тому я сказала, що я ніколи не буду упускати моменту сфотографувати продукт. І якщо я знаю, що мені потрібно написати щось новеньке, я завжди ношу з собою. Я зупинилась, їхала десь, зупинилася, побачила класну локацію, я на ній обов'язково сфотографуюся, тому що це просто той момент, не потрібно втрачати шансу, часу, тому що це, по суті, ваш віпік, ваша людинка, яка буде теж кайфувати цим продуктом. Ну і, відповідно, точно так само про продукт Optimals я постійно говорила, так, ще до NovAge. Я ще не була знайома з NovAge, я познайомилася з лінійкою Optimals. Знову в мене відбулося знайомство з цією лінійкою, я просто про неї, знову ж таки, мовчати не можу. І розповідаю, як все відбувається. Для того, щоб писати взагалі про продукт, ви маєте обрати, от якщо у вас є каталог, так, ви маєте обрати мінімум 5 продуктів, які просто мають зайти вау, так, з вау-ефектом. У вас ці продукти мають бути, іти такою низкою протягом всього каталогу, так, поки ви ведете свою сторінку, ви говорите про ці продукти. Ви не вводите нові продукти. Якщо у вас достатньо вам 3 продукти, про яких вам говорити, супер, але вам потрібно їх про них згадувати повністю весь час. Це має бути сторіс, це має бути пост, це має бути висновок. Тобто зав'язка, так, проблема, зав'язка і висновок. Я як починала презентувати серію Optimals, я розказала, дівчата, ось я отримала лінійку, раніше я нею користувалася, хочу протестувати, чим вона оновилась. Я про це сказала в сторіс, так? Ну і відповідно
прийшов час, який я користувалася. Потім я почала розказувати окремо про продукт. Так? І постійно в мене цей продукт з'являється. Я не писала відразу відгуки, не писала відразу, що ось я скористалась і от так класно. Я просто записала відео, до речі, я його скидала в чати VIP-партнери, показувала, як я користувалася цим продуктом, як я просто наносила. Я відгука не писала, я просто ним користувалась. Люди побачили, що дійсно я цим продуктом користуюсь, що я не вигадую, там собі замовила і втихеньку його ховаю. Ні. Я дійсно ним користуюся, постійно про це згадую. І елементами кожного дня десь я про цей продукт говорю. Ну і відповідно пости. Пости постійно, так, я трішечки пізніше вам дам відповіді на запитання, тому що багато різних питань, які, можливо, трошечки вибиваються з теми. Значить, стосовно самих постів, ви маєте обов'язково писати від себе. Навіть якщо ви використовуєте власний сленг, пишіть від себе. Це найщиріші пости, тому що ваше тепле коло буде читати вашим голосом. І коли ви будете писати чужими словами, особливо, коли ви просто копіюєте з сайту Oriflame, супер, там дуже грамотно все написано, але він буде читатися тим же ж голосом тієї людини, яка загрузила це на сайт Oriflame. Тому обов'язково пишете від себе. Пишіть пости від душі, пишіть їх розгорнуті. І завжди, я от в команді це говорила, пишіть яскраві заголовки. Проблему. Там, наприклад, я могла втратити шкіру, я могла лишитися без волосся, в мене там щось там з нігтями, в мене шкіра постаріла. Або це мають бути заголовки такі, які заставлять натиснути далі, да? Там є що. І тоді людина прочитає обов'язково ваш пост. Відповідно, якщо ваш пост буде читатися, ви будете в рейтингах вище, ви будете з'являтися в пошуку, в рекомендаціях в Інстаграмі, ну і, відповідно, ваше близьке коло буде вас бачити. Тому що така специфіка Інстаграму, хто на вас підписаний, да, хто ваше близьке коло, підтягуються всі контакти, і тоді вас починають бачити в рекомендаціях. Так, це стосовно самих постів. Ще уточню. Стосовно самого контенту. Контент має бути заліпательний. Я знаю, що це слово таке досить дивне, але не обов'язково фотографувати от просто сам продукт. Мені дуже сподобалось, я мала знімати взагалі продукт, як я його наношу на шкіру, як я його буду вмиватися. Так, я нажимаю так от під лампою, під селфі-лампою, так? Нажимаю, бачу, так гарно ці горошки в гелі для вмивання, вони такі шикарні. Думаю, ну як так його зняти? На руці якось не то. Я беру полуницю, і от просто шикарно. Це получився заліпательний контент. Зловіть себе на думці, коли ви дивитесь взагалі відео якесь, так? Ви заліпаєте саме на ось тих таких крихітних, як наноситься тон, так, як тоналку наносять на шкіру, як вона лягає, як тече вода, так, ну оці моменти дуже сильно притягують. Ось точно так само ось цей заліпательний контент дуже гарно притягує людей, і більше людей вас побачить. Як зробити ось таке фото або таке відео? Це елементарно. Зворотній бік селфі-лампи. У вас вийде якісне відео, у вас вийде якісне фото, воно буде чітке, тому що яскраві кольори і задній фон буде чорний. Це буде шикарно. Спробуйте це зробити. Я буду дуже вдячна, якщо ви от просто поділитесь, що ви сфотографували власний продукт. Якщо немає лампа, звичайно, можна навіть просто звичайну лампу. Розверніть її до телефона і спробуйте просто на контраст поставити будь-який продукт. Ви побачите, наскільки круто це буде виглядати. Ваш продукт буде яскравий, чітким, і не буде ось тих моментів, що десь каламутний, так, або десь нечітко. Обов'язково ще врахуйте, камеру обов'язково протирайте. Стосовно наступного, я обов'язково на сторінці не пишу тільки про один продукт, так, ви знаєте, я завжди поєдную бізнес, поєдную власне життя і продукт, тобто все має бути збалансоване, 30-30-30, буває таке, що щось про щось інше можу написати, тому решта моментів, так, стоп, десь я видно слайд не в тому
порядку поставила. Значить, має бути завжди баланс. Ну і ви маєте пам'ятати, що продукт взагалі має бути скрізь у вас, з вами. Ви є частиною продукту. Коли ви будете частиною Oriflame, тоді це буде більше заходити вашому оточенні. Вас не будуть боятися, до вас будуть знати, що до вас можна проконсультуватися про продукт, тому що ви ж сама користуєтесь продуктом, чи сам користуєтесь продуктом. Значить, у вас є досвід. І якщо ви будете ще яскравим, класним прикладом, що у вас щось змінилося і ви дійсно кайфуєте від цього, тоді відповідно до вас будуть звертатися. Значить, ви маєте в першу чергу, перед тим, щоб говорити про продукт, маєте замовити собі цей багаж, так, цих продуктів. Це трендові продукти. Вибираєте з каталогу трендові, нехай це буде 3-5 продуктів, але вони будуть такі просто ульотні, да? От просто ви знаєте, що ви про них скажете. Ви знаєте, що о, ця туш, я знаю, вона мені так ляже на вії, що от так і не інакше. Навіть якщо цей продукт, можливо, не по акції. Але якщо він трендовий і ви знаєте, що про нього можна сказати, замовляйте і говоріть про нього. Далі, ви створюєте історію. Тільки що я розповідала, так, про серію Optimals. Ви починаєте цю історію і обов'язково її ведете ниткою повністю по всьому. Сторіс, стрічка вашого продукту. Так? Життя з продуктом, так? Життя в продукті. Ви показуєте, що ви це робите в будень день. Обов'язково, ну я ще повернуся, стосовно сторіс. Не соромтеся викладати сторіс. Сторіс – це взагалі знайомство з вами, з людиною, на яку йдуть. Якщо вас не бачать, які б ви класні пости не писали, люди хочуть живого спілкування. Якщо ви будете боятися сторіс, це не буде того зв'язку. Людина точно так само буде боятися вас. Ну, ви ж просто пости, можливо, ви десь їх взяли. Так? Можливо, ви просто десь фотографію там взяли. То для такого, щоб такого не було, зв'язок все одно потрібно тримати через сторіс. Самі живі контакти – це через сторіс. Пропрацювання кожного фото. Не робіть... Так, зараз я забіжу наперед. Ви гадаєте, що фото зробити одне, два, три – це є норм, і тоді його можна виставляти. Я показую вам, як взагалі робиться в мене контент. Це я вам в Lightroom загрузила, це в Lightroom загружено самі-самі класні кадри. Це тільки в Lightroom. А взагалі на телефоні – це ціла стрічка цих фотографій. З них я вибираю 12 більш-менш нормальних. З тих 12, на які саме класно ляже фільтр, так? От якщо класно, чітко ляже фільтр, лише та фотографія піде в ленту в Інстаграм. Тому враховуйте, 3 фотографії – це не є межа, так? Вибирайте, ви можете знайти фон, ви можете знайти ідею, як сфотографувати класно продукт. І не використовуйте чужих фото. Це дуже видно, і в Інстаграмі це дуже видно. Тому що коли починають використовувати одне і те ж, це, можна сказати, збиває з толку. А де ж тоді правда? Тому використовуйте, намагайтеся використовувати лише свої фото, да? Намагайтеся просто вивести свій контент на більш якісний. Звичайно, ніхто не говорить, що не можна використовувати свої чужих фото, просто намагайтеся все одно виводити свій контент на більш якісний. Це я трішечки забігла наперед. Знову ж таки повернуся назад на... Далі йде створення заліпательного відео, так? Це те, що я говорила, це просто елементарно, на фоні світла. До речі, якщо ви користуєтеся, наприклад, у вас є сонячна сторона, так? Ви хочете показати, як ви наносите косметику, на сонячній стороні дуже шикарно відбуваються зйомки. Поставте телефон на підвіконня, зробіть по максимуму класний мейк якраз на відео, і ви побачите, наскільки класно цей мейк буде дивитися у відео. Це теж досить таке класне залипальне відео. Далі, опис проблеми, зав'язка, так і вирішення в постах. Ви спочатку розказуєте, що у вас сталося, обов'язково, що сталося, не можна просто сказати, о, дивіться, який класний крем. Завжди розказуєте, у вас була проблема.
як ви її вирішували, як ви зустрілися з продуктом, що той продукт вам зробив і результат. Результат, що ви отримали від використання цього ж продукту. Ну і, відповідно, серіал серії «Звички». В нас звички взагалі по команді – це велнес. Ми кожного ранку прокидаємося, п'ємо вітаміни, робимо. Хтось робить вакуум, хтось п'є водичку, хтось п'є акваглоу, але в нас це серія. Нас це настільки ввійшло в звичку. Спочатку ми один одного відмічали, а тепер ми навіть перестали один одного відмічати, тому що це просто і так норм. Навіщо відмічати? Ми і так розуміємо, що нам кожного ранку потрібно це зробити. І це в сторіс нас кожного дня. Скільки разів перепитували нас за вітаміни, точно так само, що це таке за акваглоу, як ним користуватися. Тобто, таким чином ми качаємо власний спосіб життя і власний продукт. Таким чином у нас і відбувається, в принципі, впровадження віпіків в інших, так, в наших партнерів. Тобто це не тільки наші віпіки, а відповідно партнерів. Як працювати з контентом? Ось ці програмки я використовую для того, щоб опрацювати фотографії. CapCut, так, VN, Lightroom, відповідно, досить таки непогано в іншоті можна елементарні дії робити. Тобто, якщо вам потрібно змонтувати швидесенько відео, зазвичай це я на сторіс роблю, не з'їдає якості фотографій і не з'їдає якості відео. Ну, відповідно, це найголовніші такі програми, якими я користуюся щодня. Ось. Далі. І на завершення розповім, ну, відповідно, як в нас комунікується, так, все, яка відбувається комунікація для збільшення цих віпіків. Друзі в нас на особливому рахунку, ми з усіма тримаємо зв'язок. Якщо це вони знаходяться в Viber-спільноті, так, якщо вони знаходяться в Viber-спільноті, ми обов'язково з ними комунікуємо через Instagram, питаємо їх справи, відправляємо реакції. Буває таке, що наші друзі абсолютно не виставляють ніяких фото, не виставляють нічого. Ми дивимося, наприклад, я дивлюся в себе в сторіс. Ага, мій друг переглянув мене. Я заходжу. Привіт, як справи? Бачу, ти мене переглянув, все добре. Ну, тобто, ось такий обмін емоціями. Можливо, я нічого нового в цьому плані не сказала, ви теж таке саме робите. Далі. Обов'язково говоримо про промокод та знижку по посиланню. Використовуємо це як промокод. Говоримо про це постійно, тому що кожна людина, ну, зацікавлена в тому, щоб отримати знижку. Маючи кешбек 15% і безкоштовну доставку, це просто багато чого стоїть. Відповідно, про це постійно згадуємо. Згадуємо постійно в Інстаграмі, згадуємо постійно в Viber, Facebook спільнотах. І навіть якщо ми говоримо про продукт, ми ще скидаємо знизу посилання на цей продукт за допомогою, ну, якби, промокоду, так? Переведення теплого кола в Instagram. Ну, відповідно, я про це говорила, в Viber-спільнотах постійно на це наголошувати, і коли людина до вас пише в Viber, обов'язково каже, підписуйся на мене в Instagram, я там дуже багато класного викладаю, ну, так би, показую про своє життя, показую, як я користуюсь продуктом. Ведення основних соціальних мереж, ви для себе вибираєте три. От просто рекомендую, виберіть три соціальні мережі, в яких ви будете просто найактивніші. Звичайно, хтось скаже, не можна бути в трьох соціальних мережах одночасно. Можна, якщо правильно організувати свій час. Приміром, є дівчата, які працюють в Фейсбуці, так, вони можуть створювати Фейсбук-спільноти, це теж дуже класно заходить, але їх потрібно розкрутити. Можливо, у вас вже є такі Фейсбук-спільноти, тоді просто активно починайте їх розкручувати. Viber-спільнота, ну і Instagram. Або TikTok. TikTok теж досить таки непогано, можна використовувати ті відео, просто трішечки гіршої якості для Інстаграму, вони трошки за погана якість. Дотримання пропорції 30-30-30, про те, що я говорила, не відділяйте, своїм дівчатам говорю, не вести окремо продуктових сторінок, тому що вони сухі і від них відписуються. Так, можливо, там будуть клієнти, цілеспрямовані клієнти, але там не буде того зв'язку з тим же ж клієнтом, який є на вашій особистій сторіночці. І ведення сторіс обов'язково має бути, це зв'язок. Звідси до вас прийдуть ваші люди. І якраз 30% вашого контенту, який буде виставлятися в сторіс, обов'язково з використанням вашого промокоду, вашого посилання на замовлення. Я думаю, що
в принципі, висвітлила повністю всю тему, так? Що так, і бачу, що ще є питаннячка, так, я зараз швидесенько ще, якщо маю можливість. Так, стосовно 25 тисяч, дивіться, ще минулого року в мене було 20 тисяч, зараз 25, працюю гівами. Працює гівами, якщо немає лампи, я відповіла. Словом, і вам всім дякую за інформацію, за те, що прийшли, да, послухали, за те, що задавали запитаннячка. Сподіваюсь, була корисна. Надаю слово вже Олічці. Дякую. Дякую за зворотній зв'язок. Приємно. Дякуємо. Боже, пощастить тим людям, хто стане твоїм віпіком. Ви це чули, віпіки, з такою любов'ю, з таким натхненням. Дякую тобі дуже. Дякую за твою щирість, за те, що так чисто, відкрито, абсолютно доступно розказала, як ви це робите. Тому що реально Оля в нас просто одна з моїх, чесно скажу, зараз, може, так не можна сказати, але одна з моїх найлюбленіших сторінок в Інстаграм – це Оліна, там, де є багато продукту, класних, заліпательних відео, фоток і так далі. Дякуємо тобі дуже. Друзі, і ми, так би, идем дальше. На самом деле, спасибо еще раз Оле, потому что, честно признаться, вот то, что сейчас рассказывала нам Оля, это сейчас как никогда актуально. И давайте вот так по-честному, и раньше мы говорили об этом, да, что продукт должен быть, а социальные сети, ну куда мы сейчас без них? Ну никуда уже, ведь, правда? И мы прекрасно понимаем, что в дальнейшем на этом же будет строиться дальше вся коммуникация, не знаю, не только нашей компании, но и человечества в том числе. Поэтому это очень важно. Это очень важно понимать, как работать, с чем работать. И еще раз скажу спасибо большое Оле за то, что я вот поддержу ее в том моменте, что весь контент, он должен быть от вас. Копи-паст сделать, да, на клавиатуре или в телефоне, это может каждый сказать, показать свои эмоции, показать свои чувства, это намного более дороже, потому что ни одну эмоцию ты не купишь, ни одно ощущение ты просто так не продашь, да, и это действительно рабочий такой вот материал, рабочие вещи, которые помогут нам с вами непосредственно. Друзья, ну, у нас уже подходим мы к концу, и я хочу просто сейчас с вами быстро, скажем так, пройтись по основным моментам, которые мне бы хотелось вам еще раз донести, которых нужно сделать нам акцент в этом каталоге, потому что, как бы то ни было, у нас есть еще и программы наши акции, которые помогают нам с вами расти, достигать своих успехов, да, расти по лестнице успеха нам, нашим командам, нашим лидерам. Поэтому, друзья мои, еще раз хочу расставить акценты. Помним очень важно о том, что рекрутинг никто не отменял. У нас сейчас по-другому работает рекрутинг, что есть очень клево, потому что в данной текущей рекрутинговой компании у нас, во-первых, крутейший просто рюкзак, за который я знаю, что он больше всех понравился. Я знаю, что о нем очень классные отзывы идут. И я уже сама такая уже смотрю, когда же можно будет его куда-то взять, да, и поносить, потому что очень крутой, стильный и качественный подарок за те действия, которые у вас должны быть непосредственно ежедневными, да, это за наш рекрутинг. Так, помню, что 250 бонус-баллов с минимум двух регистраций, то ли ВИПов, то ли бизнес-партнеров, и мы можем получить непосредственно вот этот вот класснющий просто рюкзак. Напоминаю, что для тех, кто выполнил свой в прошлом каталоге, выполнит в этом каталоге, будет классная поясная сумка в коллаборации с Puma, да, и Oriflame. Это мы помним, но обязательно помним о том, что нужно наших новичков отслеживать 21 день. Также классное предложение у нас есть сейчас для старших менеджеров и выше. Если делать наши, не знаю, фокусные, святые какие-то показатели 15, 70, 60 и сделать небольшой прирост к прошлому каталогу, вы сможете получить бонус 3,5 тысячи гривен и потратить их на все, что захотите. Кто там спрашивал за лампу, вот как раз можно лампу купить, даже три, может быть. Друзья мои, у нас сейчас стартовала
классная, крутая квалификация на Буковель. Еще раз напоминаю, для тех, кто помнит или нет, те, кто по итогам прошлого каталога, каталога номер 8, вышли на уровень старший менеджер и выше, уже с этого каталога, каталога номер 9, могут включаться в квалификацию на Буковель. Все просто, квалификация идет 3 каталога, 9, 10 и 11 каталог. За этот период нам необходимо привести 300 наших VIP-клиентов с любым баллом и квалифицироваться на поездку в Буковель. Это будет крутейшее мероприятие, это будет обалденная локация, я вам так скажу. И это будет просто вот нельзя пропустить. Вы очень сильно пожалеете. Но для тех, кто, например, в прошлом каталоге не вышел на уровень старшего менеджера и выше, вы можете выйти на этот уровень в этом каталоге, и у вас будет два каталога для квалификации. То есть 10 и 11, если вы сделаете суммарно 300 бипов, вы точно так же сможете присоединиться к нам в нашей поездке на Буковель. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, возьмите этот вопрос уже сейчас, потому что потом будет очень-очень сильно обидно. Следующий момент. У нас обновились условия по нашей программе 4 на 4, жми на максимум. И здесь, друзья мои, это просто потрясающая новость, потому что мы сейчас в два раза быстрее можем реально квалифицироваться на поездку в Турцию. Это, я считаю, очень классные условия. Осталось два периода, на которых мы можем пройти эту квалификацию. Кто может участвовать? Могут участвовать все менеджеры. Это менеджерская программа в первую очередь. Все те, у кого был максимальный уровень 22%, то есть мы знаем это, да, когда у нас есть группка, но у нас нет отрывов 3000 баллов. Или же просто менеджеры любого уровня. Также в нее могут включиться сейчас новички с даты регистрации с 1 по 8 каталог. То есть новички прошлого каталога уже сейчас могут включаться, квалифицироваться и не только заработать бонус, но также поехать непосредственно в Турцию. Помните, что еще один важный момент, что это не просто поездка в Турцию, вы еще и собираете бонусы, это денежные бонусы, которые вы получаете за выполнение условий. Важным показателем является базовая активность, это 150 баллов или рекруты, условия, о которых мы сейчас проговорим, новый уровень и, конечно же, повтор этих достижений, и мы получаем денежные вознаграждения. Каждый, я думаю, что свой план знает. Если вдруг так получилось в вашей жизни, что вы не знаете ваш план по получению бонуса, вы всегда можете его спросить у наших асмов, вы можете спросить у ваших директоров, записаться на планерочку с асмом, посчитать, как это правильно сделать, или же вместе со своим директором. Поэтому, друзья, тоже не упускайте возможность. Осталось реально два периода, и они очень быстро пройдут. Как вы можете видеть, время бежит просто незаметно. Не забывайте, что сейчас поменялись немножко условия, и то же самое, что касается нашей рекрутинговой кампании, не обязательно делать два квалифицированных рекрута. Сейчас важно сделать две регистрации, то ли VIP-ов, то ли бренд-партнеров, и чтобы суммарно за 21 день с момента регистрации этих людей было 250 бонус-баллов. Минимум с двух рекрутов. Минимум, но их может быть больше. И не забывайте про 150 личных. Будет нам всем счастье, будут там бонусы, будут там классные поездки. И, конечно же, наши директора вместе могут присоединиться к этой крутейшей тусовке, квалифицируя своих менеджеров. Да, в зависимости от количества менеджеров, такую скидочку могут получить наши директора. Мы помним, работаем уже над этим. Еще напоминаю, у нас уже стартовала новая квалификация на банкет директоров. Вот-вот скоро уже 5 августа мы все встретимся на банкете директоров этого года, которого мы так сильно ждали все. И сейчас уже открыта квалификация на следующий банкет директоров. Условия есть на слайде, условия, я думаю, что вы уже все знаете, так как это было объявлено. Поэтому, друзья мои, работаем над тем, чтобы в следующем году мы уже также встретились на крутой сцене, с крутыми успехами, с новыми званиями, с классными чествованиями и под, не знаю, дождь из метафана. Поэтому работаем над этим вопросом точно так же. Еще то, что важно сейчас помнить и знать, это была оглашена наша золотая конференция, которая нас ждет в следующем году, и это будут Дубаи, друзья мои, это будут Дубаи, и
Как же хочется, чтобы как можно больше людей квалифицировалось и, конечно же, отправилось туда. Все условия у нас уже оглашены в наших чатах, на нашем сайте. Я думаю, что, в принципе, все уже о них слышали. Если нет, то, конечно же, давайте об этом знать. Мне, своим маслом, не знаю, своим директорам и так дальше. Но новые золотые директора. Уже есть даже люди, которые квалифицировались туда. Поэтому, друзья, я вам желаю успехов. Здесь нужно поработать еще лучше. Но я уверена, что если каждый вот тот пункт, который я только что выше проговаривала, мы все будем выполнять, то у нас обязательно ждет новое звание, новые золотые директора и новые поездки и квалификации уже в этом и в следующем году тоже. Если не сейчас, то когда мы это начнем делать? Задайте, пожалуйста, этот вопрос, потому что это реально важный вопрос. Не откладывайте, не бойтесь. Пробуйте все новое. Пользуйтесь тем, что вам сегодня давали наши спикеры, тем, что сейчас дает компания всеми теми возможностями, всеми теми открытыми дверями, которые сейчас перед вами открыты. Потому что если не сейчас, то когда? Не упускайте момент. Друзья мои, на этом на самом деле все. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что в это утро были вместе с нами. Надеюсь, мы были с вами, с девочками, с Олями были вам полезны. И я желаю всем классного каталога, много-много-много випов, по 300 випов на каждого, с великолепными заказами, с великолепными успехами и с классными результатами. Поэтому всем спасибо еще раз большое-большое, всем пока-пока и успехов!